30 августа на Театральной площади города состоялся концерт легендарной группы «На-на». Это фееричное выступление стало приятным подарком жителям Саратова от банка «Экспресс Волга», который в эти дни отмечает свое 20-летие. Известные шлягеры послушала и наша съемочная группа. Руки повыше и вместе поздравляем! «Экспресс Волга» бар! Грандиозный концерт знаменитой в 90-е, да и сейчас популярной группы «На-на» с успехом прошел на Театральной площади. Этот музыкальный праздник стал приятным подарком жителям нашего города от банка «Экспресс Волга», который в эти дни отмечает свое 20-летие. Почему мы зовем людей? Потому что мы хотим быть вместе, хотим вместе отпраздновать свои достижения, свои победы, свои удачи. Сегодня будет яркое шоу, которое завершится салютом. Уже по традиции банк «Экспресс Волга» празднует свой день рождения вместе с жителями города. Да и группа «На-на» выступала на самой большой концертной площадке Саратова не случайно. Ведь создатель группы имеет непосредственное отношение к нашему городу. Так в далекие 90-е Барри Алибасов начинал свой творческий путь в Саратовской филармонии. А в юбилейный день на Театральной площади любимые хиты группы «На-на» пели все вместе. Я сегодня узнала то, что вот приезжает «На-на», «Экспресс Волга» банк все организует. Очень здорово. Я 4 раза уже была на их концертах, но только сегодня с ними смогла встретиться, получить автограф. Вот очень рада, счастлива, просто здорово. Хотел бы пожелать всем саратовцам и всем сотрудникам банка всегда радоваться жизни и всегда быть на позитиве, как это вы видите на этом празднике. Ярким финалом праздника стал салют. Но время идет вперед, и банк «Экспресс Волга» не намерен останавливаться на достигнутом. Впереди новые цели и успешная работа.